Доброе утро, ребята. Я пока что не накрашена. У меня сегодня день рождения. Где сюда? Ты куда пойдет? На YouTube. Нет, так не пойдет. Да пошла. Нет. Ну, бежал, как еще, мы только проснулись. И Тимурчик кое-что приготовил. Ну, уже вчера ночью подарил мне подарочек. И сегодня утром. Сейчас покажу. Смотрите, завтрак. Красота. Батарея греет, потому что я замерзла. И сейчас покажу цветочки. И вот такие вот красивенькие розы белые. Очень красивые. Спасибо. Пахнет. Очень пахнут, да. Спасибо. Йом-йом-олейд. Ребят, мы пофоткались, и сейчас будем задувать свечи и кушать торт. Угу. Так, начинаю уже загадывать желания, я сейчас буду поджигать. Тебе надо больше времени на твои желания. Ага. Пока я поджигаю, я тебе загадываю. Вернула, чтобы было видно. Загадала, нет? С днем рождения! С днем рождения! С днем рождения! Ура! Ура! Ребят, вы видите мое платьице красивое. В общем, хочу вам просто показать вот такую вот красивую свечку мы купили. Я давно мечтала такую свечку, но у нас не было. А здесь вот в Израиле я ее нашла. И сейчас будем вместе с вами поджигать. Страшно, а чё надо? Ну что, задувать? Ну, желание пригадала. Загадала? Желание загадала? Задавай. Так, ребята, режем торт. Я не знаю, правда, как его разрезать. Ну, прям вот так режем, барбарски. Вот такой вот тортик. Вкусненький. Вот этот шоколад очень вкусный. Это вот это вот пекарня. У нас еще есть вот такая вот корзиночка. Попробуем ее тоже. Нам нужно было для видео. Тимур купил еще эту корзиночку и тортик. Тортик вкусный, ну просто сладкий. Ребята, короче, мы приехали в Тель-Авив. А, ну у меня сегодня день рождения, вы это поняли. Там была демонстрация, смотрите. Как выходишь, значит, с этого Таханат Ракевита, сразу же попадаешь на митинг. Объясни, я скоро не знаю, это Иврита. Всем привет. Что такое Таханат Ракевит? А, ну как выходишь с... С поезда. С вокзала, в общем. Мы сегодня ехали на поезде, это нам вообще не понравилось, потому что... Мне понравилось, комфортно. А мне поезда... много людей. Мы наконец-то сидели. Короче говоря, такой себе. Вот. Ну, а мы приехали в Тель-Авив. Я как-то легко одета, в общем-то говоря. Сейчас будем гулять. Это, короче, сегодня такой вложик. Так, ты, пожалуйста, подчеркни этот момент, что мы находимся не в Испании, и сзади нас не флаг Испании. Да, мы... Это просто огороженная территория такая. Короче, такой вложик у нас сумбурный. Да. День рожденческий. Короче, план кабан. Мы сейчас идем на набережную. Там есть Макдональдс. Нам, конечно, папа Тимура сказал пойти в ресторан, но... Мы хотим в Макдональдс. Просто мы очень редко ходим в Макдональдс, поэтому мы идем в Макдональдс. Вот.
я сегодня себя решила побаловать. Читмил, знаете, такой сделать. И, короче, возьмем Макдональдс и пойдем посидим, посмотрим на морчика. Угу. Вот так. Короче, ребят, вот сейчас мы пока идем с Тимуром, обсуждали такую вещь одну. В общем, я наткнулась в интернете. Я не помню, это было то ли видео, то ли просто в Фейсбуке. В общем, писали там о чем? О том, что в Тель-Авиве пахнет... Мочой. Меня, короче, это так сильно задело, потому что я люблю Тель-Авив, и мне здесь никакой мочой не пахнет вообще, и как бы, ну... Пахнет, ну, всем чем угодно, только не этим, короче. И... Ну, может, просто не в тех местах ходим? Да, я не знаю, как бы, ну, мы были в одном из злачных мест, это на Тахани Мерказит, между прочим. Да, ну, значит, там что-то не пахло. Ничем таким там не пахло. И как бы, кто эти люди, которым там чем-то пахнет? Блин. Не знаю, мне здесь пахнет морешком, когда к морю. Конечно, пошли. Запах моря. Тут много цветущих сейчас. Вот, кустов. Каким там пахнет, чем людям. Мне кажется, знаете, это... Ну, здесь работает такое же, типа, как что ты в мир несешь, что тебе и возвращается. Вот примерно так, я думаю. Потому что, ну... Короче, вот, напишите свое мнение. Пахнет чем-то в Тель-Авиве или нет? Чем-то нехорошим. Да, да, злачным. Вот, ну потому что, ну, меня реально задело это. Прям бомбануло, короче. Потому что я люблю Тель-Авив. Я прям обожаю. Я, ну, не факт, что я бы хотела здесь жить, потому что все-таки от постоянно вот этой движухи устаешь все равно, согласитесь. Но приехать, отдохнуть, погулять... Да даже работать, да. Мне кажется, шикарный город. А может быть и жить. Кто знает, кто знает. Да. Вот. Поэтому вот так вот, ребятки, напишите нам. Дайте мне. Чем пахнет в Тель-Авиве? По мне так точно не этим. Ребята, мы дошли до моря. Взяли Макдональдс. Сидим, тут у нас вид на море, если кто-нибудь не встанет нам и не преградит его. И сейчас мы будем Товарищи, сейчас будет признание в любви. Поехали. Спасибо всем, что вы с нами на нашем канале. Нам это очень приятно. И сегодня, в свой день рождения, я взяла вас с собой, немножко поделилась с вами атмосферой нашей. Своей радостью. Да, моей радостью. Моим первым днем рождения на море. И я надеюсь, вам понравилось это видео. Будьте активными, позитивными, совершайте добрые поступки. И всем пока! Ребята, у кого день рождения в этот же день, пишите в комментариях. Посмотрим, сколько у вас овнов.
Ребята, включение уже после прощания. Смотрите, какой у меня букет красивый. Я такая довольная теперь иду на тахану Ракевит с букетом. Всем пока на этот раз.